За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 105 жителей Одесской области, из них 53 – одесситы. От осложнений, вызванных вирусом, умер один человек. Кроме того, наш регион продолжает держаться в лидерах антирейтинга по количеству заболевших. Впереди только столица – 245, и Харьковская область, где за сутки обнаружили 130 новых больных. Не утихают также и темпы прививочной кампании. Первую дозу вакцины вчера получили 2175 жителей области, а вторую – 2534. Отмечу, что с первой половины августа начали вакцинировать детей с 12 до 16 лет. Прививают в первую очередь тех, кто планирует выезжать учиться за границу. Кроме того, врачи отмечают, что защититься от нового штамма «Дельта» возможно только после прохождения полного курса иммунизации. Одна доза вакцины не поможет.